6 лет назад один неудачник отправил свой сценарий на студию Paramount. Год назад бедняга-сценарист умер от сердечной недостаточности. Его черная папка отправилась на городскую свалку. Этому сценарию гарантирован Оскар. Ну, хочешь, я не поеду никуда? Прикажи мне, я останусь. Как же я могу тебе приказывать? У меня на это нет никакого права. В мире нет более мощного и дальнобойного оружия, чем человек, который знает все. Такой человек реально существует, и проживает он в России. Спастись. Я могу, в общем, узнавать теперь то, что мне нужно, когда захочется. Объясни мне, я не понимаю. Что он может такого, что я не могу? Он может меня изнасиловать. А ты нет. Я хотя бы не заставляю ее ползать на коленях перед тобой. Она в детстве коленку повредила. А ты, знаешь, через 6 лет подохнет. А ты, сука! Твою мать, Положение ваше. Ну, прямо скажем, нельзя. Кто ваши информаторы? А мне не нужны информаторы. О, дебил ты! Ты же день перепутал, не сегодня!